Здравствуйте! В России ужесточат правила провоза фруктов и цветов. Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу. С 19 августа в багаже и ручной клади можно будет везти до 3 букетов цветов и не более 5 килограммов фруктов и овощей. Новые правила будут распространяться на все виды транспорта, авиа, железнодорожные, автомобильные, водные, а также на почтовое отправление. В документе уточняется, что правила ужесточат в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском, в том числе тропических фруктов, овощей, хвойных деревьев и посадочного материала. Крупные партии пропустят через границу только с сопроводительными документами, фитосанитарным сертификатом. В противном случае продукцию вернут обратно или уничтожат за счет собственника. Пермяки смогут обменять монеты на банкноты без комиссии. Как сообщает Центробанк, те, у кого скопились монеты в копилках, смогут обменять их на бумажные деньги и сделать это без комиссии. Акция будет проходить весь август в 18 банках города. В ней участвуют ВТБ, Газпромбанк, СДМ-банк, Альфа-банк, Ренессанс-кредит, Трансстройбанк, финансовая корпорация «Открытие», Уральский финансовый дом, Норвик-банк, Банк Дом РФ, Фора-банк, Кредит Европа-банк, Профессиональный инвестиционный банк, Райфайзенбанк, Восточный экспресс-банк, Транскапиталбанк, Ишкомбанк, Банк Уралсиб. Точные даты и условия проведения акции можно уточнить в финансовых организациях. Жители Прикамья стали чаще ходить в рестораны и кафе. По итогам первого полугодия 2019 года оборот в сфере общественного питания составил 12 миллиардов 190 миллионов рублей. В сравнении с прошлым годом рынок общепита вырос на 2,5%, сообщает Перемстат. В целом жители Прикамья стали больше тратить денег на покупки. Оборот розничной торговли за январь-июнь 2019 года вырос до 270 миллиардов рублей. Продажи продуктов питания, в том числе напитков и сигарет, увеличились на 1,4% и составили 128 миллиардов рублей. Кофейню «Кофе Сити» в центре Перми продают за 5 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант» Прикамья, на днях на сайте Авито появилось объявление о продаже заведения на улице Ленина, 98. За кофейню просят 5 миллионов рублей. Помещение площадью 250 квадратных метров находится в аренде и может быть выкуплено за отдельные деньги. Добавлю, одну из старейших кофеен города выставили на продажу весной прошлого года. Тогда собственники оценили бизнес из 5 заведений в 70 миллионов рублей. Однако за год продать всю сеть так и не удалось. И сейчас владелец предлагает купить кофейни по отдельности. 27% работающих пермяков имеют сложности с отпуском, им не на кого оставить работу. 8% вынуждены обходиться без него, а 21% продолжают удаленно трудиться и во время отдыха. Такие данные опубликовало агентство HeadHunter. Согласно исследованию, больше всего таких трудоголиков в банковской сфере, сфере продаж, среди административного персонала, высшего менеджмента и строителей. И наоборот, чаще других в течение года в отпуск ходят представители сферы маркетинга и пиара, а также IT-специалисты. Отвлекаться на рабочие задачи во время отдыха чаще всего приходится представителям маркетинга и пиар, юристам и сотрудникам сферы продаж. Отдыхать от работы обязательно нужно, напоминают специалисты. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивности, не говоря уже о проблемах со здоровьем. Курсы валют на 23 июля. Доллар 62 рубля 97 копеек, евро 70 рублей 65 копеек. Спонсоры рубрики – компания «Форвард Авто» на Решетникова 5. Купите автомобиль «Лада» за 4900 рублей в месяц. Ты заслужил новый автомобиль! Приезжай в «Форвард Авто» за новой «Лада» всего за 4900 рублей в месяц. «Форвард Авто». Люди нам доверяют. На этом у меня все. Удачи в делах.